Приветствуем вас на мастер-классах культурного центра Порт. Предлагаем изготовить браслет в технике плетения. Для работы нам понадобится плетеный шнур, бусины, зажигалка, ножницы, коктейльная трубочка. Отделяем отрезок шнура длиной 60 см. Опаливаем край зажигалкой. Делаем первый плетеный элемент. Отступив от начала 10 сантиметров, наматываем на коктейльную трубочку шнур, делаем 3 витка, свободный край пропускаем сквозь коктейльную трубочку, затягиваем получившийся узел. Нанизываем первую бусину. Следующий узел делаем точно таким же образом. Прикладываем коктейльную трубочку к шнуру, делаем 3 витка, свободный край шнура пропускаем сквозь коктейльную трубочку, затягиваем получившийся узел. Таким же образом закрепляем необходимое количество бусин на всей длине шнура.
Формируем скользящий узел замочек. Для этого прикладываем коктейльную трубочку. Делаем 3 витка шнура вокруг трубочки. Пропускаем свободный край в отверстие трубочки. Аккуратно снимаем трубочку со шнура. В наши завитки пропускаем второй край браслета. Затягиваем сформированный узел замок. Края браслета оформляем узелками. Надеемся, что получившийся браслет будет вас радовать своей оригинальностью и простотой. Спасибо, что были с нами. Ждем вас на следующих наших мастер-классах. До свидания!